Бутерброды всегда можно приготовить из продуктов, имеющихся в холодильнике. Рецепт именно таких бутербродиков я и предлагаю. Они хороши по любому поводу, даже праздничному. Для приготовления таких бутербродов можно использовать багет, а ломтики батона предварительно обжарить. Куриные яйца можно заменить перепелиными. Вкусно! Сыр натрите на мелкой терке. Чеснок пропустите через пресс. Добавьте майонез. Все хорошо перемешайте. Ломтики батона смажьте сырной пастой, а сверху разложите помидоры, нарезанные кружочками. Яйца отварите и нарежьте кружками. Выложите на бутерброды. По желанию украсьте зеленью. Приятного аппетита!